культурной программы началось путешествие Квентина Тарантино по Москве. Голливудский режиссер перед премьерой своего нового фильма с удовольствием прогулялся по Красной площади и посетил Кремль. Среди прохожих ажиотажа вокруг звезды не было, возможно, из-за того, что Тарантино был одет весьма неприметно, темные джинсы, свитер. Экскурсию провел министр культуры Владимир Мединский. Особенно режиссер оценил царь-пушку и царь-колокол, который он потер на счастье. Без подарков Тарантино не остался, министр презентовал ему копию первого издания книги стихов Бориса Пастернака.